По данным синоптика, в ближайшие дни ожидается потепление. Подробнее прямо сейчас. На Южном Урале облачно с прояснениями, местами снег. О температуре в городах. В Троицке и Магнитогорске минус 10. В Садке Златоусте и Верхнем Уфалее минус 9. В Карталах и Южноуральске минус 7. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы. В среду минус 10, в четверг минус 5, в пятницу минус 8. А в дневные часы в среду минус 5, в четверг и пятницу минус 3. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. До встречи на 31-м.